насекомые! Освободите меня! И я, быть может, дарую вам легкую смерть. Какая магия будет удерживать меня вечно? Кто звал шкафа? Я тут. Готовы? Пошли. Да я пошутил, пацаны, тут половина АФК. Погодите. Листы баб, дайте. А, уже есть. Все. Так, ребят, сори за АФК. Все, я тут. А рыбка стоит, отлично. Так, ну исполином тешит у нас. Давайте... Там Крайс заходил, спрашивал: хочу в рейд, возьмите, пожалуйста. Что-то такое там было. То есть, а где у нас идеальный там? А вот идеальный Тенка. У нас, в принципе, есть 4 хила. Я ему так и сказал, что наша гильдия в его услугах уже не нуждается. Это ты про кого? Подожди. Ну, в принципе-то он нам нужен. Да, я угораю. А, так, Исполин, ну что, давайте. Кстати, тебе еще вот держи ассист, Исполин. А, Кенроки, а тебе косты крестику. Ты господи. Еще один моб в этой зоне ходит. Заберите его кто-нибудь, подведите в гнили. От дождя отойдите. Почему то, что меня кидают змеи? Потому что ты на шамане сегодня. Вообще, что это такое? Ты господи. Ты крал на ДК, не вообще. Ничего было ДК на. Ну, да. Стоишь там на месте, тебя фиряют и все. Говоришь, что я не могу агро держать. Хорошо живется. И хилят, и напуливают, да? Угу, да. Давай. Да, помню, тоже видел такое. Проблемы там, значит. Ну куда маги делись? Что, вымерли, что ли?
Очень много. Зачем магия если есть роги, блядь, вы чего? Интеллект нужен. Не, так собаку можно вызвать, вот. Всё. Уже заменяем. Ты мне столик надо, блядь. Зоркий, ты там тоже не поутаешься. В смысле, я там кто-то? Тут хрипатые, о, исполина, Карл, или кто хрипатый, Карл. И следом я. Мне одна шмотка нужна, это 4, все. Вторую я куплю. Ну, ты на боссе, по костам давайте. Исполин череп, крестик у нас хрипатый, квадратик у нас дуат, луна у нас валк, треугольник шаманизм, череп айнен, дрейнер крестик, а рога кенроки это квадратик, нарсик это луна. Это кто сбивает косты, каким меткам. Дальше по кубам смотрим. Холипа у нас хилит рейд, луну и квадратик. Идеальный хилит треугольник, черепочек и крестик. Здорово. По меточкам. Неутомимые. Ты стоишь на черепке, на кубе, ну и просто нажимай АФКш. Я стою АФКшу на крестике. Вот. На треугольнике. Исполин, ты же луну нажмешь? Да, нажму. Хорошо, ты нажимаешь луну. А кто у нас есть? Войд, давай ты нажмешь у нас квадратик. А кто у нас еще есть? Я давай постараюсь. Лангрис, давай треугольничек. Смотри, Дон, какой хороший аддон. Ну, все. На ЭВК прям. Ух ты, приятно. А есть кого-нибудь ледяного змея? Обычная фласочка. Так что, да, есть. Теперь не будете слакать с фласками. Да. О, не-не-не, мне вторая не нужна, да. Да на, так возьми. Да у меня нету, она мне дает то же самое, у меня алхимия. Бери-бери. У меня есть ПКшные тоже, я просто их пить не хочу, потому что мне ледяной змей столько же дает из ПДшки. Ставь пока рецепт, потому что... Угу, у меня рецепт не вкачан. Так, давайте все сюда заходим. Карточек даем. А кто-нибудь из чернокнижников собачку призовет? Нет. Спасибо. Обращайся. Без ссылки будем. Нас зорки кинул. Все ради прогресса видео. Ну да, да, да. Так, все готовы? Давайте тогда ТПМ пул. 5 секунд. Ой, меня что-то громко слышно, что ли? На исполина все напуливаем. Давайте грипайте дальних, что не так? Дуат, бомжей. По откату. Косты. Хрипаты тоже бомжей. Ну и давай исполин.
убивать, у нас еще вечность есть перед пулом босса. Серьезно, в пугаритах на это геро отдают. Ну, так у них такого ДПСа нету. Как хант? Так, а, Влад, с какой мне стороны лучше стать? С левой, где у нас треугольник будет, тут похитить. А, нет, возле, возле между квадратиком, ну, под задницей босса. Угу. Он сейчас повернет лицом к луне босса. Да. Угу, все, я понял. Не знаю, он вот сейчас только что с пугарейда пришел. Если ДКшки есть с бомжами, вообще никаких проблем нет. Гера не надо. Ну да, да, да. А чем хантеры ДПС крутят? А это ловушка, это Т4, две штуки. У него две огненные ловушки стоит. И град стрел. Там сумасшедший ДПС ОЕшный идет. Да это вот знаю. Он еще мало дал. Он в прошлом... ближе к снежнику. Вот, да, у него было 40, а в прошлом рейде я давал хантом 40, а он 60. Да, примерно так. Там типа как прокнет у тебя, то вообще, ну, там страшно все шоу не идут. Ближе можешь. Понятно, прикольно. Так, ребят, у нас 10 секунд. Самое забавное, что с 25-ки ВК шмот вообще нахуй не нужен. Так, аккуратнее, он там в лице кливает. Идеально, ты хилишь там дальние меточки. Крестик, черепочек, этот треугольник. Вот и 16 тысяч. Гер дает? А, да, Гер. Ой, 5 секунд. Готовимся нажимать. Нажали. Стоим, держим. Исполин-то поднимите. БР тебе. Хорошо, че? А, Вой, дай по нему БР. Ну, Микосяк, сорян. Ну поднимите его, ну, все. Подняли. Исполина поднимите. Поднял. Ну, тронуть. Кого бернуть? Нет. Исполин не таунт, таунт. Нажми таунт. Не хочет таунт. Не хочет вообще. А, там исполин сажал, походу, потом. Рот не срабатывает. Понятно, падает просто. Можешь начислить. Супал. Ну. Я говорю, можешь начислить мне. А чё так проебались-то? Да я проебался. Допустим, не прохилили. Я уставший просто, не среагировал. Там танк ранили, хуёвый. Ну, я просто... Не, его коп убил. Его не босс убил, его коп убил. Это ж первый коп был. Да. Да, да. Ну и зыбка же есть. Да при чем здесь это, его просто я не хилил? Я варом стоял, ничего не прижимал вообще, хилить нормально. Да. Ты там не надо прижимать, там просто я его не хилил. Я все. По один пошел хилить, две другие метки, а не те, которые нужно было. Которые рядом. Да, потому что так проще. Каждый раз так убиваем, да. Все то же самое, те же люди в тех же местах. Спускаемся, репафаемся и пойдем. Клопа, ты в демоне? Ну да. Красава. Приятно с демоном. Я в мыслях был сейчас с Вафлик аспектнулся, но ладно. Не надо Вафликом быть. Ничего. Вафлик. Вафлик. Севера Вафлик. Так, у нас жопа в рыбе. У нас две рыбы. А жопа одна. Кошачья. Точно наглая рожа.
Все, ребят, постойте, сейчас убью. Возьмите кошака за шкирку сразу. Боб, чё? Смотришь на то, что в десятку ходить. Там меня позвали уже. Мест нет. Все? Мест нет? Не знаю. Спроси у Синка. МП5 по шаманам. А Валку кулак дайте. Ну, паладины. Что такое Дон? Ну, МП5 шаманам дайте. Раз мы с кулаки дал. Я кулаки дал шаманам. Да, да. Тут у нас 5 шаманов. Один из них только энф. Дай 4 шаманам МП5, а по энфу кулак. Блядь, а темп поставить, чтобы разница, блядь, в 2 МП5. Нахуй это надо? Согласен. Что? Я согласен. Чуть, сомнились, а? Паладин бафать не умеет, вы его еще защищаете. Каждый рейд одно и то же. Их мало, а нам жалко. Вдруг уйдет. Бля, вон росток шамана и скачанный талант тотем. 4, 3, 2, 1. Блин, на пол дайте. У нас бомжей нету. Да, косты все сбиваем. До пол рейда. Пол рейда бомжей. По сектам меньше 240-го, да? Ну да. Осуждаю. Тех, кто меньше 240-го. А пуги на это геру сдают. Капец. Это я уже это слышал. Повторно рентовый. Неужели спарить на 5 упадет? Так, не надо. Печалится. Причем уже на трэше, да, сейчас? Можно опять покурить еще. Проще стало это все делать надетыми. С бафом демона, короче, 4к спд. Да ну это вранье все. Нет. Ну я 400 спд иду без проков. 10к спд, блядь. Кого? У меня. Понял. 5 секунд. Одна. Да, под проками 4-400 вообще. И квадратик. 10 секунд. Что он? Каст сейчас будет. Каст. Хорошо.
15 секунд. Десять. Точнее, уже пять. Нажали. Покупай босса 30%. Угу. Звери? Просто звери. 10 секунд показывает. Готовимся, сейчас газ будет. И где газ наш? Сейчас буду. Должен быть уже. Паст. Добивайте. Что там ИВК убили, нет? Да вроде бы нет. А ну по крайней мере. Короче, его переапали, походу, да? Ага, как всегда. Давайте токен. Ой, а что это такое? Сейчас, извините, секундочку. А не работаешь? Обновил, не работает. Да нет, все работает, просто галочка выключена. Посох не падает никогда, что ли? Очень редко. Ну тебе еще раз токен, пожалуйста. Ровы. Во. Ну, тут Void. Ебать. Какой кусок у тебя Void? Третий. Красиво. Вот он упало, хлопцы. А честно, на андроида. Ну, груда кубов уже есть, ну пофиг. А какой спек на сову? Баланс, сила зверей или исцеление? Баланс. Баланс. Это я пошутил, конечно, да? Я на оф ролил, да, вот это все? Да не. Смотрите, челики стоят там. Даже феррал в этот не может лопнуть. Бля, грудак охуен. Духа теперь не будет. Не, она даже на ММ не очень. Слушайте, а вот как кастеры избавляются от этой хуйни, что надо два синих камня? Ставят два синих камня. Бля, ты их два ставишь и все. СПД дух? Да. СПД дух, СПД дух. У тебя СНК и ГКДшки не хватит, там еще и трапденсить. Ну, там сложнее становится. Не, на самом деле, я там считал, там реально может нормально зайти, если символ ставить на прицельный, там прям заебись с трапой получается. Я просто не знаю, насколько сильно это будет профитно по урону. Вот и все. Это не очень, потому что я тестил. Ну, на манекене у меня получилось на 500 ниже. При аптайме 50% трапа в Т4 в сырве.
Ну, может, может. Я говорю, я не тестил, типа, это так, чисто бред там, был. Там я... просто тоже не с каждой химеры прокает халявный прицельный. Ну, блядь, больше, чем трапа. Ну, может быть, там 2 из 3. Ну, суть так, по ощущениям. Но я не считал вот этот вероятность прока там. Ну, я понял, понял. Чё, есть чантеры 15 характеристик? Ну, у меня есть. Пока что. Что там по регам надо? Потом могут пропасть? Скидывать будешь, проф? Ну, я алхимию буду брать, конечно. Не, не бери ты чё, ничего не стреляю. Да ну, чё? Экономит бабки хорошо. Блять, во бабки. Слушай, бабки. Интересно, сколько я на нее потрачу, чтобы вкачать, чтобы она отбилась? 7-8 она тысяч дешевая, голды. Кстати, очень сильно. Ну, в принципе, не очень много. Там последний левел только дорого докачивать, остальное хуйня. А алхимию дешево качать. Да я вкачаю за этот, за голоса. Ну, так вообще дешево. Идеально. Ну, а так, если знать, где фармить, там первые 300 вообще можно почти бесплатно. Так, нет, что ты фармить собрался с алхимкой? Тебе сбор трав нужен, а это уже не лезет. Ни на одном персе нет сбора трав, а я фармил. Слушай, надо как этот... Огнезёв собирать где-нибудь. Так он только в одной локации растет. Где? Загнать трав. Вот 3 штучки на всю локацию. Не, 3 штучки, там больше. Ну там их много, но зачастую там 3-4 штучки находятся. Не, что-то не нравится. Зашел выше. Крестика у нас кинроки сбивает косты, а черепку у нас Нарзик. Крестика у нас сбивает также Валк, а черепку еще я. Играем черепочек. Поэтому я по 2 назначил. Ну и у меня у шамана на каждый каст хватает. Ходку, ребят. Арсик, ты бы слушал бы нормально. Серьезно. Может, боссы будут пошли? Да холодно. Донт, а токены и ВК будут как у нас? Так же, как и обычные? Консол. Это который санобот? Ну, ты про 258, если ты имеешь в виду. Ну да. Угу, консол вот будет. Там R2. Ну, холи паладином, R2, мадам, да. Вы сначала убейте его, пацаны, что же. А они только там разве с одного босса всего? Да, да, только с одного. Да. Нет, с хвоста. С хвоста. Да, с хвоста из сундука. Понятно. Там. Рыбка будет? Да, давайте поставлю, конечно. Можно ребаф пристам? Так, итого, у нас исполин, у нас держит черепочек. Войд, ты в танке держишь 3. Ага, сумотите. Хотя нет, а, Испарин, давай ты крестик. Нет, еще не трайли. А хрипатый у нас черепочек. Хватит тоже в танка. Я предлагаю сегодня после РТ и ВК-10. О, ну давайте. А то я, блядь, если, блядь, собирать не буду, хуй куда попаду, блядь. Пойду, ну, я шаманом могу только. Да, я соберу. Тоже бы сходил. После я за эти за баджи иду. Ну, я тоже не против. А, поставьте шкаф, сумон войду, давайте. Сейчас это все убьем, я соберу. Ну ладно, я поставлю, ребят. Все нормально. Кого сумануть, ты сказал? А, кстати, контролерский этот, обилка-то, который на сказке нормально.
Есть смысл управлять его? Бля, а что такое еще нужно тебе? Тролля на какую профу ты хочешь? Ну, Дестрик там. В Дестрика лучше Таурена. А вот в Африка или в Демона, то тролль. Не, а из Альянс тогда. Я, если менять, просто надо менять. Да хуй его. Эльфа, делай меткость, не собирай. Или как бы. Трич. О, нет, наоборот. Сбрасывать сброс можешь. Да. Все, все готовы, давайте. Войд, начинай обходить. А на хрипатого черепочек напуливаем, исполин, тащит крестик. ДПМ ставлю. 5, 4, 3. Только ж сразу сведите, а то они как бы. Одна секунда. Пуляйте. Полна вреде. Дай ему большого. Забирайте. Лишь бы два таргета дали побить сразу. Я бы вообще фуриком 3 хотя бы убить таргета. Ну да, но... Там на круг... Да и с... Ну и с собой звездопад тоже на самом деле эффективен по трём таргетам. Звездопаду ты видишь, не обязательно, чтобы в одной точке не стояли. Ну да. Да он заебал. Самое бесящее, которое откидываем. Сбоку вставь. Зорки, играй в ШД? Ну да. Нет, просто ну да. На один отброс эти инжу, на второй спринты и все, а на третий отброс бибу нюхать, блядь. Будешь на чемпионах в ШД там. Этот, кто он? Shadow King, блядь. Да, Shadow Step, Interrupt, Cast. Показывать нам. Паралич там. Ну и это, и покинуть тело сразу после этого. Дабл ваниш, блядь. Один на этой арене. Дабл ваниш, подготовка, блядь. Что там еще? Саб, да? В этом, да, в танце теней, блядь. Саб, ресаб, блядь. Тройное ослепление, блядь.
Я люблю мувики про Рогу, где такие кайфовые моменты. Давайте ставки, кто у нас из РТТ умрет? Надеюсь, что Будлик. Холи Пау. Зорки умрут. Будлика даже в инсте нет. Карл, Кокар, Вок вышел, нормально. Понимаете, как Будлика не любят, блядь. Гудлик что-то убил кто-то, что смотрящий, блядь. Нет. Короче, не выпала ссаная шея на мишку, блядь. Но там с ЭВК, короче. Зачем с ЭВК выпьешь, там лучше. Да, шею. Да, я видел. Там и посох с тремя дырками, не то что с маяка. Ну чё, героический шмот посыпался. Время одеваться называется. Бля. Блять. О, ГЦ, ГЦ, пацаны. Бедна, ребят. И чё, кому повезёт? ГЦ давно не было. Ну, карту уже забрать. Ну, трэш-то чистите, давайте, ребята. Начинаем сразу не стрим, не АФКшим. Побыстрее закончим. Кару, три соточки. Вознаграждён. Пояс, что там? А кто сказал? Этот пояс на самоубийство вы сейчас, да? То скажите мне. Да. Ну, с ВК не знаю. ВК там лучше есть. Слушай, не скажи. Я думаю, у меня другой посох на сове. Какой пояс? То есть в зависимости от того, нужна ли тебе эта меткость или нет. Ну, Будлику нужна, да. Ну, он там. В ВК себе десятки этот яровый. Да, там у вас крит... СПД будет. Чай, чекнусь. Зорки, ты про что? Про пояс королей, который крит меткость. А, говно. Помойка. Блядь, ты ж промахивался вчера. Там с ИВК... Ходил, блядь, мазал. ИВК пояс, зачем мне? Так с ИВК, это, с десятки? Да, хас. 25. Хас меткость, 25-ка крит меткость. Так с десятки ты на халяву полутаешь, неплохой посох. Пояс, точнее. Тут ГП еще возьмешь. Ну да. Да, блядь. Ну десятки еще убить надо, блядь. Ну это же десятка навсегда да, была ездить. Культом убивать. Да, вот как раз этот крафтовый, считай, апнется. Ну у меня крафтовый, видишь, с ульды еще. Хоста. Че там? Ну у меня на маге так уже пояс крафтовый. Там а? в десятке с двумя дырками. Еще не два десятка, скорость меткость есть. Да, десятка, скорость меткость. Ну просто крафтовый, считай, просто там левел выше, статов больше. Там еще две пухи на кастер нормально. Что ну, посох, что тебе? Кинжал. Посох бисовый, кинжал санина, блядь. Вот нет, чтобы его с двумя дырками сделать хотя бы. Посох три дырки, которые имеешь? Да, три дырки. Это будет секретное название этого посоха. Посох три дырки, блядь. Я бы его так и назвал, три дырки просто. Лучше любой женщины, да? Я знаю Сашу три дырки. Всё. Ой, да закрыть рот, вот. Да, посох, конечно, четкий. Вообще бомба просто. И статы, смотри, какие хорошие. И три дырки, блядь. И три дырки, ё-моё. Тут не статы, тут три дырки, самое главное. Походу туда можно фиолетовый камень вставить и два желтых. Я три гессанита бы туда ебанул. Да. А гессаниты что берут за то, что они дешевенькие, да? Ну, у меня хоста почти как СПД. Мне челики этот лайфхак рассказали на экзда, говорит. Я говорю, ну, сова, блядь, как же так, столько сердолей надо. Мне говорят, да нахуя тебе сердоли, бери гессаниты, хуярь, СПД крит, блядь. Да. Угу. Да. Хоста за счет шмоток соберется. Но если не хватит, то может камнями чуть-чуть добиться. Ну это понятно. Там агистанит СПД хаст. Что да. Хоста у совы за шмот, это понятно. Сове повезло вообще. Да, не говори, бля. И с капом меткости, бля. А чё, Дон? На мет тоже легко. Два ДКшника они танканут, или кто-то подомажется с ним? Не, давай ты это в мешке потанчи, Исполин вторым побудет. А хрипатый подамажит.
Ну, ДКшка побольше даст, чем сова. Просто салис же. Ну да. Просто еще это 4 нет, а потом уже, блядь, начнет. Раз это, как называется-то. Че, сейчас арбака фармеры наберут Т4. Угореди сегодня за 40, как купил плечо. Ты? Ты купил? В котором ДКшка? Да. Да, ДКшка. И че, сколько у тебя там выпуска? Ну, сейчас 3, да. Там 200 с лишним баджей. Надо купить. Ну, есть нафармить ноги. Баджи. Я да. Уже 280 потратил, у меня только 80 осталось. Шаманизм. Ты готов? Ну, одна каска на мне только. Я вообще с кулаком хилю. Тебе две каски надо, да? Да хотя бы там друбав, там пристабав, что-нибудь такое. Чё, токены... АОЕ бафы раздайте. А токены с РБК за голоса не покупаются еще, да? К сожалению. Кстати, хороший вопрос. Я вот смотрю, не вижу. Угу, я тоже. Ладно, давайте шаманизм ребафами, да, пристабав вижу. Давайте еще один арчек. Блять, 200 этих копил голосов специально под эту хуйню. Так, на войда на пул. Все готовы, ТБМ был, запускаю. 5, 4, 3, 2, 1. Блин. Кто раньше нажал? Аспорт пролетел, да? Да, это нехорошо так делать. Мы ж ничего, ДПСим что-то. Он феррал с вариором будет мериться ДПСом. У меня половина прока тринки улетела в путь ДПС. Ой, пиздец, мы походу. Что, хуево разбежались, ребят? О, живы, хорош. Геру, ты кого-то мог подумать? Нажмите с той стороны Геру. Может, он такой не достал? А чё за хуйня? Чё у Мишек нет? Массеева, сука. Надо втык админам дать. А что у тебя Т4 делает? 4 куска? Да нихуя не делает. Понял. Скажи массеева. Я просто волосатая коробочка, блядь. У тебя массейф на 3% урона. А, ну это да. Это кто лунный огонь получил, типа? Да. Параша, блядь. Да я могу. Хотя, может и заебись. Ну, мы ж про медведя, да, сейчас говорим? Угу. Ну обидно, у ДК у Вара есть. У паладинов тоже нет. У паладинов там... своя массакра есть. У паладинов есть на танка. Ну там на минус АП даст Т4. 4 Т4. Ну там он как бы урон босса снимет тоже неплохо. Типа если все в танков стакнуть, может и здесь будет. Ну это физ урон. Три процента фигуру? Выйдите из дождя. Тут хилить приходится, так и фукашил. Как ты вытанчил сегодня ДКш? Ну, с трудом. Да там не хилили нифига. Ну, там сало было. Часто кидается. А, нет, это груля-то? Не, груля mm-hmm. просто. У меня как раз откатились все прожимки, вообще все. И мы, ну, мы могли его еще долго бить. Ну, еще стак бы 3 прожил бы спокойно. Там на этих, на королях было тяжко. Меня через зелень шотнуло просто, ну, такое сама улейте. Сегодня на Вара Агровом взял молот. О, ГЦ.
Точнее, ну не я взял, а люди собирали, короче, мне взяли анрол. Нихуя, что это за люди такие? Наши. Ой, я так ДКшкой в льду ходил, просто с пугами какими-то. Там такой рейд тяжелый был. В конце его мне просто этот 32-й вепон с робота отдали. Анроу. Там шипешка была орелом. Это когда он еще был актуальный. Я хочу фурика с двумя молотками. Охо. Что захотел? Нейферу это расскажи. У него есть 2Т4 и синий вепон. Ебать, блять, пошел на руки на Магаса Петокина, пиздец. Охуеть. Хотел сказать, дайте портал Дора. Все говорили на магии Изи. Ебать. Ози. Сергей, я просто тебе напомню, что ты отказался идти бафать инту. Не, ну карму утонулся, что это все. Карма, да. Да. Нет, так я просто думал, исполину надо кусок. Я думал, вот исполину надо и. Или хрипатом. С хрипатом и кару, они были выше. Думаю, им по куску надо. Они заберут и. Дарите порт в Эларан. Да, забирайте. А, ну да, нормально, без маги. Не, она. Да, хоста так себе. О, я вот этот себе на офф возьму. Мне кажется, ну хотя ладно, нормально. Ну это на энфобисовый поиск был, по крайней мере. Блять. Через черепа точно ты раскидываешь? Я думал, это порталы, блять, тыкаюсь, стою. Сколько там? 150-75. Все, Ози, можешь сливать. БМ Ханта? О. Опять же, короче, камни. Сейчас Викуня, да? Да, да, Вику. Дом-то завтра идем, Ивука? Или когда? Или во вторник? Десяточку. Ну, сквозь десятку. Угу. Завтра пойдем. Я вас ты сегодня десятку. А я там палом как гуру. Дон, слышишь? Скорее всего, протопал один. Поместь. Оф танк. Дон. Угу. Это Гавесним. Так я с вами завтра иду или нет? Так. Все, хороший да. Вопрос. Сейчас я посмотрю, что там по составу у нас. Там было место на шипешку, но я, может быть, кому-то написал уже. Сейчас я секунду посмотрю. Еще с прошлого раза пишу.
Ты так, постоянно играешь. Ну, если можешь, то давай приходи, короче. Да, конечно, я стопудово могу. Я на больничном на месяц. Понятно. Это из-за короны. Ну, у нас так. Допронос ульты, да, будет. Так, тогда ГГСНИП завтра, 8 часов вечера, ИВК. Окей, все, отлично. А в каре нужен буду? Там неутомимо я просил. Ты говорил, еще в кару пойдем кому-то там. Когда Ну, кара пока что, она как бы это... Ну, отъезжает на задний план. Если получится, то когда у нас там в понедельник получается ИВКшка 25. Если так, то во вторник, может быть, кару сходим. Посмотрим, что там с ИВК будет. Сначала, да. Я бы был рад, если бы во вторник было ИВК. Сука. А тебе в понедельник что, работа? Сутки, но... Я четверг был, если понедельник. На следующем КД буду пятницу и вторник. А еще на следующем буду субботу и среду. А еще на следующем буду воскресенье. И так по КД. Кстати, да. Валк, ты был без кока. Мне МП5 ребафнули. Блять, как же я в тильте, блядь, ебать. Угу. Можно сумочек? Кто уже там? А там это 25-ка стоит, посмотрите, пожалуйста, кто долетел уже. Да, 25-ка. Хорошо, тогда давайте в инсте сразу суммонимся. Просто два токена, вообще впервые такое, по-моему, у нас. На лопушке? Мне, я в слезах сижу, блядь. Тебе и тот нужно было? Мне любой, типа, из них. Я штаны вообще по идеально. Если бы штаны выпали, я бы 4-4 был сегодня. У меня там 240 баджи. Штаны и выпили. Ну да. Угу. Так я думал, типа, ДК передо мной был, и кару был. Ну, сейчас заберут и все. А почему их репату не забрал, кстати? А ему оказались не нужны, блядь. А, штаны-то эти. Надо было бы поинтересоваться перед рейдом. Я такого кару спросил вчера. А ему тоже так, как мне, типа, либо плечи, либо ноги. Я поди на это, на иностранном пишу там. О. Не-не-не. Сумка